Всем привет! Сегодня пришло несколько посылок, я уже начал снимать распаковку, распинался, разговаривал, но потом заметил, что у меня не нажалась кнопочка записи, поэтому распаковка, как бы пакеты все раскрыты. Сейчас давайте все достанем, и если что-то интересное вам, допустим, будет, то можно, как бы, снимем распаковку, если что-то им заинтересует, можно будет написать в комментариях, и я сниму отдельно более детальное видео об этом устройстве, что пришло. Вот, итого получается 6 посылок, да, все разные, ну, как бы два спиннера одинаковых. Давайте с них и начнем. Вот в такой вот коробочке спиннеры звенят. Все это посылки куплены на GearBest, вот в сентябрьскую распродажу уже. Пришли все азербайджанской почтой. Хорошо крутится для дешевого спиннера. Вот такая вот у них расцветка. Один такой красненький. Давайте его достанем. Вот. Так. Керамические они, что ли? Ну, такой тяжеленько, вроде керамика. Из звеня так никак пластик или пластик. А нет, пластик все-таки. Спиннеры. Далее. Вот такая вот крепление для кабелей. Такой интересной коробочке идет. Красиво. На 3М. То есть мы приклеиваем эту штуку, а потом вот этими штучками на магнитиках присоединяем к ней кабеля. Она должна открываться. Вот. То есть цепляем кабель и зажимаем его. Интересная вещь, я пока не знаю, куда ее прицеплю, поэтому пусть побудет пока в коробочке. Сейчас крепление для зарядок вот выглядит вот таким вот образом закреплено. То есть вот так вот. Сюда положил телефон и вставил зарядочку. И сейчас мы это все вот так оно заведено, проводки тянутся. Вот сейчас мы сделаем все как-то аккуратненько с помощью вот этой вот штуки. Изначально хотел приклеить сюда, но она немножко шире, чем планка, поэтому будет цепляться. И если сюда что-нибудь ложить, то она можно цепляться и может ободраться. Поэтому решил приклеить вот здесь. Вот так это будет выглядеть. Вот здесь будут торчать проводки аккуратненько. Ну да, она как бы выглядит симпатично, красиво. И можно так ярко, да, там повесить, в принципе, на виду. Но будет вот здесь у меня спрятано. И здесь будут торчать два проводка от моих зарядок. Буду брать один и ложить сюда, подключать. Как-то так. Ну, сейчас посмотрим, как получить. Вот как теперь получилось. То есть захотели взять зарядить, отстегнули, вот здесь пристегнули, зарядились, пристегнули обратно. То же самое второй. Эту я использую для зарядки наушников и так далее. Интересно то, что можно любой стороной прилепить, то есть и со стороной магнита, и стороной, и магнит к магниту можно прилепить. То есть и так прилипает, то есть магнит хороший и легко, то есть не нужно там долго мучаться, чтобы хорошо прилепить. И держит хорошо, то есть вот так это теперь выглядит. Неудобно одной рукой, ну как-то вот так будет, то есть заряжаются наушнички, зарядились, отстегнули и повесили их вот сюда. Вот. Третью я прилепил сразу сюда, она пустая пока, но прилепил сразу, чтобы она не потерялась, потому что коробку я куда-нибудь запрячу. Ну или потеряется, ничего страшного. Вот, как-то с этим пока все. Далее, Wi-Fi свисток от Xiaomi. Покупал его, по-моему, за 1,99, вообще как бы отличный свисток.
Я посмотрел, ну как бы характеристики неплохие. Вот идет у него здесь такой обычный пакетик, наклейка Xiaomi, как всегда, и такая вот небольшая цеплялочка, которую можно прицепить к ключам, допустим, свисточек цепляется к крышечке, ну и вот так вот, вот он выглядит. Если интересно, как он работает, напишите в комментариях, и я сделаю отдельный обзор, как он подключился, как он работает. Взял я его на замену своему ТП-линку, у него антенка есть, и он такой продолговатый, и часто бывает, что я вывел его USB кабелем отдельно на системный блок, но он постоянно падает, а если в USB системного блока вставить, то цепляется постоянно об стенку он и может согнуться, и я все время переживаю за него, поэтому я купил маленький, чтобы не переживать ставить системный блок и чтобы он ни за что не цеплялся. Вот, вот такой вот свисточек. Далее у нас осталось вот это и вот это. Наушники я пользуюсь B3300. Они самые прикольные, но если нужно, я сниму отдельный обзор и погуляю с этими наушниками несколько дней. Сейчас мы их посмотрим, а потом составлю сравнительный обзор с теми, которыми я сейчас хожу. Но давайте посмотрим. Это вот сделано все вроде неплохо. Это для велобега сыну купил фонарик на руль. Я покупал другой тоже на Gearbest'е, вот, но он рассыпался у меня. Я добавлю скриншот, как он выглядит, тот, который я не советую покупать. Вот. Горит, светит, стробоскоп плавный. То есть два режима: включение и плавный стробоскоп. Цепляется он вот так, по-моему, на руль. Вот. По такому принципу я прицеплю его, когда сделаю либо фотографии, либо кусочек видео вставлю, как это будет выглядеть прямо в это видео. Вот, выглядит все хорошо. Я действительно думал, что качество будет немного хуже. Но достойно так все вроде сделано. Приятная кнопка, довольно светит неплохо. Посмотрим тоже вечером, попробую снять, если не забуду, как он светит вечером. А сейчас давайте пока свет выключу и посмотрим, как он светит. Дорогу подсветить можно. Дальше у нас фонарь и велобег Крузи на очереди. Вот такой вот фонарь. Все прицепили. Вот так вот он прицепляется. Сейчас мы выключим свет, включим фонарь и посмотрим, как он светит в темноте, в полной. Немного направил его на низ. Неплохо светит. В темноте, я думаю, яму, ухабу будет видно. И режим стробоскопа. Роша, включи фонарик. Хорошо светит? Поехали. А под колеса не беги. Ну и последнее, это наушники. Взял тоже, я не помню, по акции они были, сколько они стоят, тоже не помню, но взял попробовать, так как у меня сейчас идут, я уже много наушников перепробовал, именно Bluetooth, вот, и решил попробовать еще эти. Здесь металл. Те наушники, они прикольные, да, идет зарядка, идет вот такая обычная, прорезиненная такая, полностью прорезиненный пластик. Вот здесь какая-то дырочка, наверное, кнопка сброса. Громкость плюс-минус, кнопочки такие щелкают, приятные. Вот сделаны приятно. И у меня сейчас нет для сравнения
с собой B3300, они мне больше всего понравились. Вот, и если есть желание про эти наушники больше увидеть, вот они еще магнитятся друг к другу, то есть можно повесить на шею и примагнитить друг к другу. Я несколько дней попользуюсь этими наушниками и как бы сделаю вывод, лучше они, чем B3300, потому что из многих наушников я даже QCY отложил, потому что они выпадали у меня из ушей, а вот B3300 очень хорошо сидят в ушах. Одно ухо немножко выпадает, но все равно держится лучше, чем все остальные, которые я пробовал. Все обзоры можно посмотреть, об этом расскажу. И я сравню эти наушники с B3300, если вам интересно, конечно же. Если нет, просто вот посмотрите распаковочку. Иду там в ушурки, раз, в общем, две пары амбушюрок за дополнительных, одна амбушюрка здесь висит. Вот, металлическая у них основа, вот так вот они выглядят. Очень так неплохо выглядит, я их попробую, даже похожу с ними несколько дней, и я думаю, что мне они понравятся. В ухе сидят вообще отлично, и, по-моему, они еще легче, чем B3300. Наверное, все-таки сниму сравнение в любом случае, и будет у меня B3300, и эти наушники буду обоими пользоваться. В ухе они сидят отлично, только что проверил. Тут тоже какая-то дырочка, я не знаю, зачем она. Но мне пока то, что я увидел, очень нравится. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал.